Зачем вы пришли на курс? Сейчас, стоп. Пришли, вот не смотрите. Зачем я пришла? Чтобы познакомиться немножко, понять основы пластики, как костной, так и пластики мягких тканей. И вот. Уже дальше не надо так глубоко, на самом деле. Погрузиться в работу в практическую на своих пациентах. В принципе, мои ожидания оправдались. Вполне, абсолютно, на второй день. Это погружение было, вот сейчас погружение полное. То есть сейчас я и попробовала и разные, вчера синус лифт, и открытый, и закрытый. Мы его должны вычислить. 4 раза аж исполнила. Вот это да. Да. Сегодня пластика мягких тканей в разных вариантах. Поэтому я довольна всем. Вы сделали то, зачем пришли сюда? Это точно, абсолютно. Все по плану, что вы себе ожидали? Сегодня да, да. Более чем. О, то есть я не поднял костницы? Не-не-не, вообще, да. Ага.